Приветствуем наших зрительниц на новом обзоре от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня наши самые прекрасные, самые актуальные новинки серебряных украшений уже ждут, чтобы вы ими полюбовались. Ну а мы не видим причин откладывать вашу встречу с прекрасным. Тогда стартует наш обзор прямо сейчас. Наш обзор открывает оригинальный и неординарный комплект. Это серьги и колье из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. В этом комплекте действительно невозможно остаться незамеченной, поэтому приготовьтесь собирать восхищенные взгляды. Приобрести эти аксессуары можно, конечно же, на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf или перейдя по ссылкам в описании к видео. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие украшений радирования и эмаль. Украшения без вставок. Актуальные и яркие, прекрасно подойдут для того, чтобы подчеркнуть ваш вкус и чувство стиля. Заказывайте комплектом или по отдельности эти изделия и будьте неотразимы вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Ссылки для заказа находятся в описании под этим видео. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, вставка, ювелирное стекло собственной огранки. Стильные черные геометрические вставки на данных украшениях удивительно прекрасно сочетаются с витиеватыми филигранными узорами из черненого серебра. Мы думаем, что такие украшения точно не оставят вас равнодушными. Скорее переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте эти бесподобные новинки в интернет-магазине «Серебряная птица». Представляем вам серьги из серебра 925 пробы. Украшения без вставок, два вида покрытия – золочение и радирование. Актуальные серьги для создания минималистичных и современных образов. Прекрасно подойдут как для офисных нарядов, так и для вечерних. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте данные серьги, переходя по ссылкам в описании к видео. Отметим, что эти серьги являются трансформерами и цепочки при желании можно снять. Ждем вас за покупками на сайте магазина serebrnayaptitsa.rf. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и радирования. Украшения без вставок. Еще одни актуальные изделия. Серьги в двух вариантах покрытия на ваш выбор. Теперь создать стильный образ стало еще проще. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте понравившееся ювелирное украшение от интернет-магазина «Серебряная птица». Броши из серебра 925 пробы. Покрытие золочения и оксидирования.
Вставка на украшениях — фианит. Броши в классическом исполнении с цветочными мотивами. Осень – чудесная пора, когда брошью можно украсить и шарф, и берет, или шляпку, а может быть даже лацкан пальто. Не отказывайте себе в удовольствии и заказывайте понравившийся аксессуар на сайте нашего интернет-магазина «Серебряная птица». Ссылки для заказа находятся в описании под видео. Кольцо, серьги и браслет из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Для любительниц ультрасовременных тенденций, для тех, кто хочет быть в неоспоримом тренде, мы представляем вот такой необычный комплект. С эффектом мятого металла. С ним вы точно соберете огромное количество восхищенных взглядов и массу комплиментов. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику на наш сайт и побалуйте себя качественными серебряными украшениями от интернет-магазина «Серебряная птица». Представляем вашему вниманию серьги, кольцо, браслет и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения с эмалью. Очень аккуратные и символические серебряные украшения сейчас перед вами. Мы уверены, с ними в вашей жизни добавится гармонии и баланса. Ну и уж, конечно, точно появятся новые стильные образы для отличного настроения. Чтобы купить этот интересный комплект, переходите по ссылкам в описании к этому видеоролику и оформляйте заказ на нашем сайте serebrennaya-ptitsa.rf. Представляем вашему вниманию браслеты из серебра 925 пробы. Украшения без вставок в двух вариантах покрытия – золочение и оксидирование. Слоны издавна ассоциируются с мудростью и удачей. Уверены, что эти браслеты также смогут принести и удачу, и собранность для своей прекрасной обладательницы. Ну или как минимум станут одним из ее любимых аксессуаров. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте эти браслеты на нашем сайте serebrennayaptitsa.rf, переходя по ссылкам в описании к этому видеоролику. Кольцо, серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка искусственный авантюрин. Украшение удивительной красоты сейчас перед вами. Только посмотрите, как искрится эта вставка. Как мерцают тысячи искорок на темном фоне идеального куба. Мы считаем, что эти аксессуары просто обязаны занять достойное место в вашей коллекции ювелирных изделий. Выбирайте их комплектом или заказывайте украшения по отдельности, переходя по ссылкам в описании к видео в наш интернет-магазин serebrennayaptitsa.rf.
серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование, вставка фианит. Геометрические серьги, гвоздики и подвеска в едином дизайне. Вот что поможет дополнить ваш практичный образ. С таким комплектом украшений даже строгий офисный дресс-код будет соблюден, а вы будете сиять уверенностью и удовольствием от вашего образа. Мы всегда рады помочь вам в исполнении ваших ювелирных мечтаний. Заказывайте украшения на нашем сайте, ссылки находятся в описании к видеоролику. В обзоре использована цепь RDG-4. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие украшений оксидирование, изделия без вставок, оригинальные и витиеватые украшения из черненого серебра. Несмотря на свой объемный вид, выглядят не массивно и не перегружено. Напротив, создают впечатление воздушного и заметного акцента в вашем образе. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику, чтобы узнать подробности об этих ювелирных украшениях и, конечно же, заказать понравившиеся изделия к себе в коллекцию. Представляем вашему вниманию серьги, кольцо и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие изделий из золочения, вставка, фианит собственной огранки. И вновь в нашем обзоре украшения с геометрической вставкой. Только посмотрите на эту роскошь. Медовый цвет камня в удивительном сочетании с золоченым серебром и кубической формой. То, что нужно для создания теплых осенних образов. Скорее переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте эти украшения комплектом или по отдельности. В обзоре использована цепь RDG-4R. Представляем вашему вниманию штопор из серебра 925 пробы. Однажды мы уже делали обзор на столовые приборы из серебра. Вы можете найти его и посмотреть на нашем YouTube-канале. Но именно этого штопора в нем не было. Только посмотрите, какой изысканный и оригинальный подарок можно преподнести своим близким или себе. Абсолютно точно достойный вариант презента на любое торжество и отличное вложение в фамильную коллекцию. Приобретайте столовое серебро невероятной красоты по ссылкам в описании к видео на нашем сайте serebrennaya-ptitsa.rf. И в заключении нашего обзора представляем вам два браслета в разных покрытиях – оксидирование и золочение. Браслеты из серебра 925 пробы, без вставок, в виде утонченной змейки. Змея, как символ долголетия, мудрости и исцеления, добавит вам уверенности в вашем образе, а ее миниатюрный вид подчеркнет изящный вкус. Мы благодарим вас за просмотр и внимание. Ссылки на все украшения из обзора представлены ниже под видеороликом. С нетерпением будем ждать ваших комментариев под этим видео и заказов на нашем сайте. До новых встреч в новых видеообзорах!